ближе к нашей площадке. Здесь есть площадка для стронга, основная, на которой здоровенные сильные мужики могут поднимать тяжести. Также тут присутствует площадка для пляжного волейбола, футбола и прочее, прочее. Через буквально 5 минут мы начинаем турнир по пляжному стронгу. Что это значит? Вы видите перед собой огромные снаряды, тяжеленные, которые неподъемны для обычных людей. И эти неподъемные снаряды, здоровенные дядьки, которые сейчас прячутся в той палатке, будут поднимать, таскать и переносить с места на место. И дело будет проходить такой турнир. На песке, на пляже, в то время как люди купаются, мы сейчас будем поднимать тяжелые предметы. Первое. Аполлон Аксель. Огромная ось толщиной 5 сантиметров. Очень сложно держать ее в руках. Получила название благодаря атлету, который жил на рубеже 19-20 века, Луи Аполлон Сир. Он тренировался с подобной штангой. Штанга весом 135 килограмм, участник за минуту времени должен будет поднять ее как можно больше раз над головой. Следующее упражнение. Перенос мешков. 120-килограммовый мешок, а вы видите, что здесь 3 штуки. Атлет как можно быстрее должен будет принести и расположить их на постаменте. Следующее упражнение – становая тяга. Я смотрю, здесь много здоровых мужиков, и вы, наверное, знаете, что такое становая тяга. Так вот, становая тяга будет на максимальный вес. Начальный вес 300 килограмм, и по желанию атлеты добавляют 20. 320, 340, 400, да хоть 500. Сколько угодно будем поднимать. Высоченную планку 4,5 метра в высоту. Атлет за 1,5 минуты, если не ошибаюсь, должен перебросить все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 20-килограммовых кег через эту планку. Кто быстрее сделал, тот и молодец. Кто не быстрее, идет тренироваться дальше. Итак, сейчас еще. Черноземья с 2016 по 2021 год. Мастер спорта по тяжелой атлетике и просто хороший человек. Мену до 110 килограмм в категории, 42 года, Александр «Последний богатырь», ей бог! Именно эту личность вы могли видеть в фильме «Последний богатырь». Среди любителей 21 года, мастер спорта по тяжелой атлетике, победитель Кубка Москвы 22 года, один из сильнейших тяжелоатлетов в России. И главный виновник сегодняшнего. Поддержка необходима! Подъем производится любым произвольным способом. В этом вся суть стронга. Есть подъем! Поаплодируем! Поддержим спортсмена! Валер, стой рядом с ведущим, смотри, Валер. 40 секунд прошло, есть еще куча времени на подъем. Второй подъем. Четвертый. 30 секунд осталось. Пятый. Есть подъем. Пятый.
И стой! 15 секунд осталось. Еще раз! Аплодируем эту, поддержим его! Есть подъем!